Друзья мои, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь, Пиратская жизнь. Я вот всю лютую с утра пораньше, лютую. У тебя кофе тут остался. Холодный. Лютую с утра пораньше. Сейчас, ну, короче, это... Посмотрела с утреца, вот, Эллу Эмили, очень классный канал. Девчонки, прям вообще... Элла, я тебя понимаю, мне так близки твои жизненные истории. Вообще, прям прониклась. Вспомнила свое, что свои проблемы. Там, туда-сюда. И поняла, что, господи, господи, все проблемы у всех людей практически одинаковые. Практически одинаковые. Вообще. Когда там рассказывал про своего этого бывшенького, вот, Игорёшу. Мне прям понравилось, прям, знаете, зацепила прям история. Я прям не могу. Вот, он маменькин сынок. Вот. Я вспомнила тоже своего, который еще два вана был там туда-сюда. Тоже. Кстати, маменькин сынок. Ой, вообще. Девочки, бегите от таких маменьких сынков куда подальше. Ей-богу. Да вообще даже не маменькин сынок. Вообще от детей, которые сильно-сильно-сильно привязаны к своим родителям. Хоть ту мамы, хоть это, папы и так далее. В плане того, что это, что девочки, что мальчики тоже там есть, знаете. Девочки, я думаю, ой, мама, 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 мама. Вчера посмотрели фильм, называется «Свекровь». Вот. «Свекровь», там, короче, Гарик Харламов играет, Лариса Гузеева. Вот. И, знаете, этот... Тоже там вот разбирается вот история классическая, там, с, как его, взять, теща, там, все дела, вот. Ну, тут можно, знаете, тоже вот свекровь, невестка, там, туда-сюда, все, короче, все то же самое. То есть, все старо, как мир. Слава Богу, у меня была хорошая свекровь. Вот, спасибо большое, как говорится, вот, царствие небесное, хорошая была женщина. Знаете, вот не лезла в наши отношения, вообще не лезла. Вот. Да, конечно, тоже поначалу не особо мы друг другу понравились, но зато, знаете, под конец она меня дочкой называла, вот, не лезла в нашу жизнь, не давала советы, вот прям молодец, прям молодец. Вот, и, знаете, вот прям вот ценишь таких людей, которые вот просто отпускают своих детей, понимаете, отпускают. Я, говорю, вспомнила сейчас вот эту вот свою историю, было у меня до Вован там давно уже. Ну, господи, я что ж, блин, была не девочка, когда выходил замуж. Вот, был у меня, так, там, знаете, там тоже не очень долгая там история была. Я его взяла, печенька, печенька. А вот, и это, конечно, может быть, не очень хорошо там про бывших, там, туда-сюда, ну, блин, в конце концов. Но оно так и есть. Может, кто-то услышит и поймет, что девочки ни в коем случае с маменькими сыночками или мужчины с маменькими дочками не стоит вообще никаких взаимоотношений вести. Потому что это всегда начнется, что люди совершенно не могут отпустить своих родных, так сказать, своих близких от себя. Понимаете? Вот в чем мне и нравилось, вот отец тоже говорил. Он мне в один прекрасный момент сказал, что Нина, я понимаю, что я сейчас тебе уже не нужен. То есть он понимает, что я уже выросла самостоятельная, все дела. А что, хреново живу, извините меня, зимой в Таиланде. Вот. Обустроила себе квартиру, купила себе машину, техники кучу всякой. По 5-6 раз в год отдыхаю. Че, я пилась, курилась? Да нифига. Кто-то там мне говорит, ой, ты за счет квартиры там туда-сюда. Девочки, извините меня, квартира была продана 20 лет назад. Угу. Шумина, тополя. Я своим умом сейчас живу. Хорошо ли, плохо ли? Своим умом. Да, кто-то скажет, ой, да что ты делаешь там туда-сюда, жрешь на камеру. Ага. Идите такие умные. Пожите на камеру, заработайте денежку. А что, это же так легко и просто. Давайте, где ваши миллионы? Я посмотрю, как вы заработаете себе там на шубы, на всякие там гучи, феручи и прочие херучи. Если так, то все легко и просто. Ага, легко. Нифига не легко. Я рада, что я устроилась. Никому ничего плохого не делаю. Живу своей жизнью. Разрушаю, как вы говорите, только свою жизнь.
Кажется, кто не хочет смотреть, тот пускай не смотрит. Так говорю, я сейчас вот Эллу посмотрела, и прям, знаете, прям прониклась. Тоже я с ней абсолютно согласна. Кстати, Элла, я тоже собачница. Будешь смотреть, я тоже собачница, прям обожаю собак. Люблю их тоже, всех животных, но собак больше. Не знаю, так вот как-то повелось с детства. Мне кажется, знаете, на самом деле, вот это все с детства идет. Если родители были собачники и завели собаку, при том, когда ребенок был маленький, он будет собачником. Соответственно, если кошку, то кошку. Мне так кажется. Потому что у нас была собака. Вот, родители-то завели. Думали, что вот, дочка там туда-сюда. Вот. Все ее любили. Агрессивный был такой пес. У нас очень такой фокстерьер. Такой, знаете, как мы его все называли этот... Ай, как его называется-то? Ну, не ликвид был. Не ликвид. А не ликвид, потому что этот, он был... Там, короче, темная история Санта-Барбара, короче. Он был сыном матери, которая со своим сыном. Короче, там, в общем, он такой-то не ликвид был. Нам что-то его, по-моему, бесплатно, что ли, отдали, не помню. Даже. Он такой крупный был. Вообще, то есть совершенно по породе не подходил. Так, это не... У меня даже чай не допил. Вчера еще выпила. Вот, видите, у меня даже тут уже чай не допилась. В общем, я не помню там, из 3-5, ну вот, я целостно абсолютно согласна. Был у меня тоже такой же маменькин сынок, ой, ну без мамы, ну просто вообще шагу не может сделать. Вообще, мама, блядь, все, мама, нафиг. Говорю, вот. Мне, слава богу, повезло. Кажется, в жизни лезли, никто ничего не делал, все. Жили своим умом. Свои ошибки сами, слава богу, делали, могу делать. Вот, я только, знаете, вот каждый раз вот... говорю, что вот... Царствие небесное. Царствие небесное. Хороший был человек. Вообще, мы должны благодарить... родители, которые подарили нам вторую половинку. Вот. Поэтому, вы знаете, вот стараемся делать для родственников со стороны Бога все, что мы можем. У меня, к сожалению, родственники тоже, знаете, кто знает мою историю, кто знает. Я абстрагировалась, я ушла. Я не хочу никак общаться с той половиной, вообще никак. Я, как говорится, не общалась, и не общаюсь, и не буду общаться. Мне это не надо. Это отрезанный ломок. Люди очень некрасиво себя повели. Сейчас у меня, знаете, пускай и не родные мне, но они мне намного ближе, чем некоторые люди. Я стараюсь каждый раз и вот отцу помочь Ковину, и сестре. То есть, и возможность, у меня есть возможность, я помогаю. Вот, нет возможности, я не помогаю. Как я всегда говорю, все, вот есть возможность, примите. Если нет возможности, то не обижайтесь. И не требуйте ничего большего. Короче, я не знаю, почему, но тут не хочется включаться. Гриф дурацкий. То работает, то не работает. Аккуратненько. А он что-то вообще, кстати, не включается. Мне кажется, здесь это, розетки плохо работают, потому что... Чайник вроде вскипел. Сейчас переставим.
розетки. Хреново работает. Еще поставим. А, здесь, оказывается, даже три. Ни хрена себе вообще. Из три рубильника. О, заработал. Вот сейчас он был не включен. Поэтому он меня спускал. Короче, вот. Все у меня это греется. Все хорошо. Сейчас хлебцо подогреем. Так. Так что, знаете, все вот эти мамонькины детки, они все прям... Вот я прям вот рада, что я 18 лет начала жить самостоятельно. Вот, жить отдельно. Это очень здорово. Хорошо ли, плохо ли жила, своих шишек набила. Грубо говоря, знаете, вот то, что вот посеяли родители, и слава Богу. И слава Богу. Может быть, даже хорошо, что жизнь так сложилась. Потому что никто не знает, какой бы я была. Если бы так жизнь была. Так, ну-ка, ну-ка. У меня тут есть вкусно. А, у меня котлетки, кстати, есть. Котлетки, бараночки. Сейчас котлетку погрею. Вот. То, что интересно. Интересно. Вот я говорю, я сейчас Эллу слушала, я тут прям вспоминала. Тоже, знаете, вот эти маленькие сыночки. Вам жизни не дадут. Как говорится, и это. Говорю, вчера посмотрел фильм. Теща. Прикольный, кстати, фильм. Гузеева, ну, не знаю. Мне кажется, это все-таки не ролик Гузеевой. Хотя, кто его знает, может быть. Таки да. Таки да. Таки да. Ну, мне кажется, знаете, дети, которые... Они более самостоятельные. Вот. Я так думаю. Никому свою точку зрения не навязываю. Как говорится, говорю чисто то, что хочу. Благо, на своем канале имею право говорить все, что захочу. И никто мне не указ. И никто мне не указ. Вот такая у меня роскошь есть. Роскошь моей жизни. Роскошь моей жизни. Так вот. Сейчас погрею хлеб. Роскошь. Это, кстати, здорово, реально, когда ты имеешь право говорить все, что хочешь. Ни перед кем не должна отчитываться за свою жизнь. И все. Кто хочет со мной общается, кто не хочет со мной не общается. Кто хочет меня смотрит, кто не хочет меня не смотрит. Как говорится, никому ничем не обязан. Смотрите, спасибо. Не смотрите, ну не смотрите. Я не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. А вот так. А вот так, вот так, вот так. Вот тут. Короче, бутербродиков сейчас сделаем, да? А, бутербродики. Котлеточки. Сейчас хочу прогреть вообще весь этот хлеб, а то он уже что-то в холодильнике лежал. Надо этот весь хлеб прогреть. Отдельно. Хлебушка наложу, колбасочки, что мы погребем, котлетки. Прогрелись, хорошо. Погрелись, выпрелись. Чик-чик. Все нормально. Так. Конфетки, бараночки. Тара-та-та-та, пьяночки. Тара-та-ра-та-та-ра-та. Тара-та-ра-та-та. Вот. Мне достался идеальный муж. Идеальный. Для меня он идеальный. Вот. А те, которых вы там иногда описываете, не знаю, мне кажется, это из разряда фантастики. А? Фантастика. Прям все мужики прям, прям идеальные. Думаешь, господи, где вы только таких находите? Почему? Почему я общаюсь с обычными людьми, и примеры у меня обычных людей, да? А у вас же прям сплошь у всех рядом одни принцы на белых конях. Ну же, господи, где такие водятся? И мамы-то, если кровь-то у них все золотые. И это-то все у них хорошее. И прям, знаете, все-все-все. Ну, хотя, с другой стороны, чего я удивляюсь? У меня же в комментариях одни сплошные там фитнес-модели. Вот. Которые красотки 90-60-90, свои 75 выглядят на свои 90. Вот. Так что, знаете, такие прям вообще все у меня...
идеальные. Пробуй, не знаешь, где поставить. Так. Куда я, за что хвататься, не знаю. И вот сейчас, знаете, прям мне этот спич Эллы прям тоже пойду тоже побещусь, повыговариваюсь и все, и мне легче стоит. Так. Точно. Огурчики. Хотели вчера купить огурцы помидоры. Купили, да, Вов? Слава богу, у меня Бог уберёг. Я тогда уже меня бесила. Да. Печонька, печонька. Все, иди в жопу с твоей печонькой. Пытались меня, так сказать, свести эти мои друзьяшки. Друзьяшки. Причем я даже знала его бывшую девушку. Даже не бывшую девушку, а бывшую жену. Прикиньте. Так. Спасибо. Знаете, если одна женщина отказалась, значит, не просто так. Не просто так. Таван, конечно, тоже. Характер вообще. Тоже иногда хочется его прибить. Но при прочих равных, знаете, вот правильно говорят, половинки притягиваются. И рано или поздно человек найдет свою половинку. Найдет. Просто кто-то готов мириться и орать своей половинке как-то, не знаю, пытаться меняться. Вот, подстраиваться. У меня характер такой, знаете, со мной не сбалуешь. Да? Вот. Если мне что-то взбрело в голову, значит, оно так будет. Вот такой вот у меня характер. Мама подарила. Отец был достаточно мягкий. Хотя и авторитарный человек был, он достаточно мягкий. Мать вот умудрялась им крутить, вертеть. Да. Ну, жили же долго, жили. Как я всегда говорила, знаете, в конце жизни он же прям... Очень-очень ее любил, понимал, что Любушка. Ну, поздно. В чем много чего было? Я не буду возвращаться, знаете, там, как говорится, в любой семье бывают моменты не самые приятные. В любой семье. Но это лично идеальные семьи только, знаете, на бумажке. Вот так вот. А потом удивляешь, а что люди разводятся? Сколько у меня примеров тоже было, даже среди родственников. А, знаете, когда большие деньги на свадьбу отваливались, просто огромнейшие. Год-два, все, до свидос. И все. Вот, послушаешь, прям вообще диву даешься. И понимаешь, что проблемы у всех одинаковые. Вот. Я сейчас послушаю, меня прям так это торкнуло. Прям посмотрела. Елочка, продолжай. Я тебя периодически посмотрю. Молодой канал. Хороший. Конечно, говорить непопулярную позицию. Нас поддерживает. Понимаете, ну уж. В наше время не модно, получается, наш поддерживать. Ну уж. Извините. Модно, не модно. Нам пофигу. Мы имеем право говорить все, что мы хотим. И это наша роскошь. Мы имеем право жить так, как мы хотим. Кушать все, что мы захотим. Хоть 10 блюд, хоть 20, хоть такие, хоть сякие. И это роскошь. И это счастье. И это счастье, которому я рада. Та-та-та. Можно суп закипать. Классата. Красота. И как я говорю, там люди мне завидуют. Завидуют они не всяким там моментом. Завидуют они тому, что я могу себе позволить жить так, как я хочу. Не обращая ни на кого внимания. Вот это и есть счастье. Это и есть счастье, это и есть свобода. Это и есть вот такая вот. Не думать, сколько у меня килограммов наедено. Как я буду выглядеть, что вам не скажут, если у меня не будет сумки Гуччи, если я веду в истельке, господи. Ой, где-то люди умирают. Кто сумки Гуччи считает. Грустно вообще то, что сейчас происходит, на самом деле. Это очень-очень грустно.
Очень-очень большой. Очень я надеюсь, что скоро все закончится. Очень надеюсь. Потому что сейчас происходит, это ужас. В конечном остатке жизнь каждого человека – это всего лишь песчинка. Это всего лишь мгновение. Я вчера мы сидели на море, а я это понимаю отлично. Потому что жизнь человека – это всего лишь мгновение. Каждого из нас. Нет великих людей. Они все уходят рано или поздно. Вот так. Так, короче. Спич такой, что девочки-мальчики с маменькими дочками, сыночками поменьше общайтесь. Вот, не знаю. Может быть, кто-то найдет в них, конечно, да. То есть, ну, тоже такие специфические люди. Но лично это не по моему характеру. Чтобы ко мне в жизнь кто-то вмешивался, давал мне советы. Вот. Когда сходится мужчина с женщиной, это, мне кажется, уже отдельная ячейка общества. Это уже отдельный ломоть. Семья, она должна быть. Ее нужно уважать. Если эта семья уважает тебя. Но если постоянно тебе в претензии, тут неправильно сделал, там неправильно сделал, здесь ты плохой, там ты сякой. Говорится, знаете, не лезьте. Неспроста все вот эти вот истории про тещу, про свекровь и прочее появляются. Неспроста. Неспроста. Если бы это было неправдой жизни, тогда бы, наверное, бы это не появлялся. Все, ладно. Что вы думаете? Может быть, у вас есть какие-то истории из жизни? Расскажите свою историю. Как вы сходили с тещами, со свекровями? Просто интересно. Хорошие у вас отношения, плохие. Так давайте по чесноку. Вот. Я говорю вот так вот. Мне повезло. Слава Богу. Мы сейчас живем. К нам никто в жизнь не лезет. Мы никому тоже не лезем. Как-то живем сами по себе. Как говорится, сходим с ума, ну, сходим с ума. Мы свою жизнь тратим. Не чью-либо. Все, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Жду ваши комментарии. Элла, привет.